Еще вам хочу показать, почему я пеку хлеб сама, потому что, смотрите, вот какие грибки растут на хлебе. Вот этот кусочек остался еще аж с прошлого раза. Видите, что делается? Это бородинский хлеб наш, черкасский. Но это немножко попозже. Это заварной хлеб. И вроде бы как мы думаем, что он лучше, чем дрожжевой. Но тем не менее, видите, надо все это выбрасывать и выпаривать. Поэтому я пеку свой, ну такой, в виде кекса, в виде коржей, в виде чего угодно. Делаю на... Там еще тепленький. Делаю обыкновенную муку. Беру эту... Мука цельнозерновая. Ну, он так вот, видите, потрескался. Немножко добавляю соли питьевой. Делаю это на кислом молоке, иногда кислое молоко с водой. В общем, я даже так делаю. Вот, смотрите, обыкновенное вот печенье. Не печенье, кексики такие. Ну, тоже с этого же хлеба, без сахара. Ну, сегодня я сделала с вишнями, которые... Взяла с морозильного шкафа. Ну, они растаяли, отцедила вот эту вот жидкость с них. И, понимаете, когда вот это все видишь, то, конечно, пропадает всякое желание покупать печенье, покупать и вздобные изделия, особенно с дрожжами, потому что даже заварной хлеб, вот он такой, видите. Это какой-то, конечно, можно сказать, ужас, вот, что попадает к нам в организм вместе с едой. Вот так.